друзья, подписчики, гости канала. Всем привет! На сегодня 25 марта, пригород Харькова. Что мы делаем? Семьи мы еще не смотрели. Я их, в принципе, и не сокращал, потому что они сильно сокращенные и шли. Они сокращенные, я их ужимал хорошо в зиму. В принципе, с зимы вышли сильные семьи хорошо, и думаю, не буду пока не слазить. Про наличие матки я смотрю, то есть не разбирая гнездо, где обножку несут, значит, матка есть, сеет и идет расплод. Несут обножку, ну так понаблюдал некоторые, то практически везде, но еще конкретно не смотрел по поводу обножки, потому что сейчас разбирать гнездо, и плюс сейчас только пчела облеталась, она злая. Что я буду делать? У нас там на воскресенье уже передают там дождики, крыши, да? Дожди передают. Съели и пакет затянули. Дожди передают, и я уже мед сверху ложить не буду. Накрою. А поставлю, ну тут это хорошее, поставлю за заставную медовую, да, то есть вот такая вот медовая рамка, тут и пирога есть, и мед. Распечатаю ее. Сладенькой водичкой, это сахар один к одному с кипяченой водой. И вот так вот за заставную поставлю. Манипуляции проведу. Вот с обножкой сидит. Такие манипуляции проведу с каждой семьей. Ну тут а вот медовая лепешка лежит сверху. Сюда можно более такую. И это вторая лепешка, что я ложил. Более похуже рамку, чтоб выбирали, а потом эти рамки пойдут или так вновь, или... или в гнездо, то есть. Видите, пчела злая. Жалит. Жалит хорошо. Тоже mm-hmm.
Вон, кстати, рамку ставил за заставную. Они ее уже почти выбрали. Уже рамка. Снимаю видео на телефон, то есть без монтажа, как и есть. Потому что... Да, вот там напали, да, покусали, то есть... Злые. Сейчас потеплее, сейчас расплод пойдет интенсивнее, лучше. Все, друзья, сейчас пойду дальше. Друзья, ну, работа пошла, работа у пчел кипит. Дай бог им мирного неба над головой. Во все улья несут обножку. Это говорит о том, что матка уже сеет. А, вот я ждал. И вот пошла обножка. Значит, матки сеет, расплод идет. Рамки с медом за заставные пораставлял везде. Так, вкратце, есть у меня пару семеек, которые надо будет объединить, они слабенькие. Да даже по количеству рамок. Везде в ульях, ну, 4-5 рамок. То есть кое-где там быстренько, ну, как ужимал, крайнюю рамку отодвигал и переставлял заставную. Вот так. Везде все вот. Работа кипит. Всем пока-пока.